Срочно восполните дефицит магния в домашних условиях. Магний – это ключевой элемент вашего здоровья. Хорошо известно, что магний – это основной структурный элемент, важный компонент костной ткани. Он активизирует работу более 350 ферментов, отвечающих за усвоение липидов, белков и питательных веществ в вашем организме. Вашему здоровью магний нужен немедленно. Ведь его первостепенная функция состоит в формировании костной ткани и ускорении обмена веществ. Наряду с этим, продукты с высокой концентрацией магния помогают в борьбе с бессонницей, мигренями, тревожностью, нервными расстройствами. Какие продукты следует включить в рацион? Рисовые отруби. В 100 граммах содержится 781 мг магния. Это двойная рекомендуемая суточная норма. Кориандр, шалфей или базилик. В них содержится примерно 690 мг этого минерала на одну столовую ложку. Смело добавляем специи в блюдо, чтобы наделить их магнием. Темный шоколад. Богат антиоксидантами и большим количеством магния. В 100 граммах содержится около 230 мг магния. Темно-зеленые листовые овощи. Капуста, шпинат, мангольд и любые темно-зеленые листовые овощи. Также зелень свеклы и одуванчика обеспечат высокий уровень магния. В одной чашке шпината содержится 157 мг. Сбалансированный рацион питания в большинстве случаев покрывает дневную потребность организма в магнии. Многие люди недополучают его из-за некачественной пищи, нездорового образа жизни или наличия хронических патологий пищеварительного тракта. Подписывайтесь на канал, чтобы всегда быть в курсе полезных рекомендаций.